Всем добрый день, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня первый день в неделе стартов с Алиной. Это очередной совместный проект, организованный каналом «Алина вяжет», и я с удовольствием хочу принять как бы участие в нем. И сегодня я начну вязать бактус. Это будет у меня обычный, это повтор серого бактуса, которого я уже связала, бактус, да. И вот с такой ниточки я хочу сделать повтор, буду начинать сегодня, да. Бактус у меня, скорее всего, пойдет в подарок. Вот. Ниточка, она 500 метров на 100 грамм, ее все знают. И сегодня я начну вязать его. Я совсем недавно стала принимать участие в совместных проектах, в принципе, во всех, да, не только в этом, и я не смогла пройти просто мимо. Мне очень нравится идея подобных проектов, и с удовольствием приму участие еще и в этом проекте. Я сейчас на время отключусь, начну вязать бактус, и периодически в течение дня буду включаться, показывать, что же у меня получается и что продвигается. Девчонки, у меня частенько бывает, как только я собираюсь вязать, ко мне приходит вот такая моя полосатая зверюга и начинает мне путать спицы и моточки. Поэтому мне периодически приходится мое вязание отлаживать. Понимаете, да, о чем я говорю, у кого есть котики. Поэтому включаться-выключаться буду периодически. Вот сколько я успела за сегодня провязать. Это немного. Я понимаю, что как бы нитка тоненькая, да. Вязать мне его еще и вязать. Как я уже говорила, я вяжу повтор вот такого серого бактуса. Я уже его связала, да, на прошлой неделе закончила. Это будет повтор. И, скорее всего, что он у меня уйдет, как я уже сказала, в подарок. Вот, я уже просвязала 3 раппортика своего узора. Вяжу, довязываю 4-й раппорт такой вот. Вот. После выхода видео я, естественно, его немножко продолжу еще вязать сегодня. Ну, дальше, да, может быть, еще пару раппортов я отвяжу. Вот, ну, поскольку нитка тоненькая, провязалось мало. И вязать я его стала не с самого утра, да. У меня там немножко была еще другая работа. Я выставляла видео из совместного проекта «Насущный бум». Да, у нас сегодня был отчетный день с девочками. Вот, поэтому как бы это не с самого утра работа. И, наверное, сегодня данное видео я не успею выгрузить к 6 часам. Я дико прошу прощения заранее, потому что пока я монтировала и вылаживала, слава богу, я успела выложить видео из совместного насущного бума, да, как у меня вылетела Windows. А монтировать, склеивать и редактировать, ну, хотя бы редактировать видео в телефоне, я пока не умею. И я аплодирую стоя девчонкам, которые могут делать это все в телефоне и снимать, монтировать, редактировать. То есть я от этого далека, и мне для редактора нужен мой ноутбук. И я буду ждать, пока мне переустановят Windows. И уже отредактирую, склею частички, то, что у меня вот заснято, да. Буду склеивать уже вечером. И я заранее извиняюсь, что видео выйдет попозже, не к 6 часам по Москве. Но следующие, то есть следующие 4 дня стартов, не считая сегодня, да, будут выходить уже вовремя. Вот. И к тому же совместные проекты подобного плана для меня лично нечто новое, неизведанное. Я в этом плане, скажем, немножко Маугли в городе. Я осваиваю новый для себя вид, скажем так, проектов, видео. И, то есть, ну, образно говоря, в подобных проектах я еще немножко Маугли в городе, как говорится. Но, скажем так,
Будем пробовать. Мне очень хочется участвовать в разных проектах. То есть мне это нравится. Я узнаю для себя много новых интересных людей, каналов. То есть это очень здорово. И хочу сказать спасибо девчонкам, которые придумывают подобные проекты. Это здорово. Это объединяет людей по интересам. Мы находим для себя новые каналы, новых людей для общения. Ну, вы понимаете, в общем, о чем я говорю. И девчонкам хочу за это сказать отдельное спасибо. А на сегодня я буду закругляться. Бактусик я свой еще повяжу. Вот, пока будет монтироваться видео, загружаться на YouTube. Вот. В общем и целом на сегодня все. Завтра встретимся с вами уже завтра в следующем старте. Если вам интересен мой канал или интересно то, что я буду вязать еще, если не начинать вязать, подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, чтобы эти видео не пропускать. На сегодня я буду прощаться. Всем пока, ровных петелек!